сложно, тем более, что многие девушки участвуют сейчас в Казани, бегут, уже готовы, команда выехала сюда. Будем надеяться, что они там покажут какие-то приличные секунды. Ну, время как-то, еще есть. Конечно. Некоторые. Поэтому с ответом надо засветиться. О, на прилога решила проистафетиться. Интересно, да. Людям. Хорошая компания тоже. Для барьеристки бегут. Это интересно. Кармелиты решили не рисковать, и дамками рисковать. Ну ладно. Ну понятно, что это не национальная команда бежит. Ну, конечно, а, да. Вот скорее это важно для этих девушек. Сборная солянка. Да. Вот эти полные, так сказать, в составе национальной, им надо показывать результаты официально. Это неплохая команда, на самом деле, Нидерланды. Да. Хорошие девушки. Быстро бегают. И такая команда, да. Сборная всего на свете. Понятно, что в основном все эти девушки, там которые прошли. Все барьеристки решили пробежаться. Да. Что, Харпер, смотри, там и Уэлш, и вот, ну, все барьеристки. Интересно даже, как вот. Все-таки все быстро бегают. Точно, и наверняка бегали уж в студенческие годы там, кто. Нам бегали столько этих эстафет, наверняка. Здесь-то на сотни-то нелимитированные барьерами. Можно разбежаться наконец-то, пустить себя в полную прыть. Там, как говорится, все время заборы мешают, а так. Так, а 41-79, это кто у нас уже? Волк лидер побежал. Team Jet USA. Вон. Не знаю, что, кто там бежал, тем не менее. Ну, может быть, это они, кстати, на там этих канзасских эстафетах бежали. Супер здорово бежит, да? Да. Так, хорошо. По-моему, барьеристки у нас не добежали никуда, да? Ты думаешь, все уже? Ну, нету их, все. По третьей дорожке бежали, не добежали. Ну, вот как и предполагал, Нидерланды пока... Хотя, вот, чешки тоже. Не-не, там хорошая компания, если же телепались. Нет, Нидерланды все-таки должны, мне кажется, или нет? Знаете, какая была борьба, прям бежали. 43-49. Надо повтор посмотреть. Швейцарская команда выиграла. Вот так. Ну, Нидерланды, они там чуть-чуть зателепались. Шипперс-то, конечно, здорово бежала. Очень здорово. О, второй этап. Ну, понятно, специалистка на 200 метров, она здорово. И стоит прилично имеет. Ну, там 20-50 же с чем-то. Да. Национальный рекорд. Ну, вот для них, собственно, это все и сделано. Ну да, барьеристки как-то вот все у них хорошо на 100 метров. А сразу только... на первой же передаче они зачем. Только палочка лишняя. Лишняя. Палочка явно мешается, но неудобно. Ну ладно, потренировались. Ну, это же. Тоже полезно. Заминочку такую сделали. Какой хороший старт получился, а? Напомню, 69 метров почти Сандра Перкович, да, метнула. 27-88 Уитинг толкнул. 2.41 Богдан Бондаренко прыгнул в высоту. Ну и 17.58, правда, с заступом. Да, это Денис тройной. 9.79 пробежал Тайсон. 13.03 Оливер лучший старт сезона. 1.43.33 Аман. Потрясающий бег сегодня был. Потрясающие результаты. Чуть-чуть вот жалко шествует. Ну, неважно. Сектор или сектор, и никто здесь как бы не... Смотри, что творится. И у тех, и у других. Но, тем не менее, все-таки... Молодец, да, швейцарка здесь все-таки... Ну, да. Выбилась вперед, потому что ошибок наделали обе на передачу.
Да, хорошие соревнования, прям очень приятное впечатление. 12:53 Харпер Багиров. Здорово. А сам если видишь. Заглядываться и искать. Да, где? Ну, смакуют, конечно. Ну, конечно. Чтобы показать девушек, команда. Бежали здорово. Всячески поддерживает, там французскоязычная это. Швейцария, Розанна. Марк там разошелся. Марк Море, да, не нашел. Ну, почти все свои, можно сказать. Поэтому все довольны, организаторы.